Здравствуйте! Сегодня мы проведем тест по приготовлению попкорна из зерна. Сегодня у нас есть вогель, вивер и рифет. Сегодняшний тест мы проведем на аппарате Critters 32 унции. Этот аппарат имеет автоматическую подачу масла, но сегодня для чистоты нашего эксперимента мы будем все отмерять по весам. Начнем наш эксперимент с мешка компании Vogel. У нас целая упаковка. 21 июня 2010 года, дата выработки данного попкорна. Далее открываем упаковочку. Отмеряем 900 грамм попкорна. Унции. Все это делаем на весах, проверяем, ровно 900 грамм, и нам потребуется 300 грамм кокосового масла, проверяем, все точно, засыпаем, и наш попкорн компании Vogel. Итак, процесс пошел. Итак, мы слышим, что процесс попирования у нас закончен. Соответственно, выгружаем получившийся попкорн. Полученный результат фиксируем. Приступим к следующему зерну компании Вивер. Так, дата выработка этого мешка — июль 10 года, 22 числа. Открываем. Наберем ровно столько же, как в первый раз. 900 грамм попкорна. Итак, у нас 900 грамм зерна, 900 грамм зерна и 300 грамм кокосового масла. Производим закладку. Зерна. Так, процесс идет.
Итак, мы слышим, что процесс попирования закончен, и пересыпаем попкорн. Далее, получившийся попкорн, мы снова пересыпем в нашу мерную колбу. Мы пересыпали полученный попкорн. Видим, что результат практически такой же у компании Weaver. Перейдем к следующему зерну компании Prefed. Мы имеем такой же целостный мешок. Дата выработки у него май 2010 года. Открываем. И берем 900 грамм зерна. Проверяем. 900. И 300 грамм кокосового масла. Все точно. Производим закладку. Засыпаем зерна. Итак, процесс попирования у нас закончен. Высыпаем полученный попкорн из котла. И пересыпаем в нашу колбу для зафиксирования результата. Как видите, получилось столько же. Фиксируем это третьей меткой.